парусное плавание мужчины. Восьмая дорожка. Юя Хариката, Япония. Кеннет То, это дебютант соревнований из Австралии. 19-летний пловец. Джеймс Годдард по седьмой, Великобритания. В этом виде победитель средиземноморских престижных игр. Тиаго Перейра. Очень сильный бразильский мастер. Вторая дорожка. По шестой двукратный вице-чемпион Олимпийских игр Маркус Роган, который тоже тренируется за океаном, как и многие из европейцев, африканцев, в группе, кстати, Дэвида Сала, нынешнего наставника Юлии Ефимовой. Ласло Чех, еще один многократный вице-чемпион Олимпийских игр. Дьерт Тури с ним работает, известный венгерский специалист. Восходный комплексист, ну и вот он, величайший из великих, 14-кратный олимпийский чемпион Майкл Фелпс. Сказал, что идет по правильной дорожке на пути к Лондону, спокоен, уверен в себе. Райан Лохти, лучший результат в полуфинале, победитель уже, причем неоднократный Майкла Фелпса, здесь имеет золото, имеет одну бронзовую медаль. Райан Лохти. Грег Трой работает с Лохти и Боб Боуман с Майклом Фелпсом. Действующий чемпион мира как раз Лохти в этом виде. До этого трижды Фелпс побеждал. И два раза на Олимпийских играх. Тоже на 200-метровке комплексом побеждал Фелпс. На европейской сцене Ласло Чех. Три континентальных форума подряд. Будапешт, Эйнховен, Будапешт. 2006, 2008, 2010. Роган тоже был чемпионом Европы, был неоднократным призером. Ласло Чех проиграл Райану Лохти в борьбе в Риме в 2009-м. Итак, 200 комплекс. Мировой рекордсмен по четвертой дорожке. Только что стартовали парни. Райан Лохти 1:54.10. Яркое начало американцев. Чех старается не отстать. Ну, точнее, не Фелпса, а Лохти, американца. Но поворот выполнил Фелпс быстрее. То, что не до конца удается сделать Анастасии Зуевой, бережет себя, спина побаливает. Но сегодня 50 метров. Перевернулись на спину. Лохти и Фелпс. Лохти снова выходит вперед. И посмотрите, относительно сплита мирового рекорда плывут очень быстро. Перейра старается не отстать, закрепиться на второй позиции. И в унисон два американца работают. 19 сотых на сей раз Лохти от Фелпса. На год Лохти старше Майкла. 84-го один, 85-го года рождения другой. Сейчас Брас. Нет, все остальные, похоже, статисты на этом празднике американской жизни. И сейчас решат друг с другом, кто же выиграет пятую золотую медаль за сборную Соединенных Штатов. Лохти пока впереди. Но везет прилично, в общем, полкорпуса. Поворот. 29 сотых. Но Фелпс, как всегда, очень активно проходит эту стадию. Но, тем не менее, Лохти впереди. И крой. Заключительная часть комплексного плавания. Райан Лохти впереди. Майкл Фелпс проигрывает. Невероятно активная работа. Лохти помогает ему удержаться на первом месте, но спуртует Фелпс. И ощущение такое, что догоняет. Нет. И все же Лохти с рекордом мира. Вот дождались мы. Феноменально. Вот это, уважаемые друзья, абсолютно историческое событие. 1:54.00. Этот рекорд будет вписан в историю навсегда, потому что мировой рекорд без костюмов в текстиле
Невероятное плавание. Но без Фелпса, конечно, Локти не добился бы такого успеха. 1:54.00. Мировой рекорд. На 16 сотых Фелпса опередил. Фелпсу 6 сотых не хватило до старого результата Локти. Да, вот теперь, наконец-то, уважаемые друзья, посмакуем. Дорог момент свершения, мы сегодня тому очевидцы. Первый мировой рекорд в Олимпийском бассейне после того, как были отменены полиуретановые, помогающие бить рекорды десятку спортсменов, даже многим десяткам. Но Локти доказал, что можно добиваться выдающихся результатов, показывать космические величины и без подобных купальников. Браво, Райан! 1:54 ровно. Мировой рекорд. За ним Майкл Фелпс и Ласло Чех, опередив на 10 сотых Годдарда из сборной команды Великобритании, финишировал третьим. Блестяще. Второй раз уже побил Райан Локти Майкла Фелпса на этом турнире. Итак, мировой рекорд. Браво, браво, Локти. Этот результат останется навсегда у всех любителей плавания в головах. Потрясающе. Ну вот теперь как-то, когда размочен этот счет, когда его уже нельзя назвать сухим в пользу